По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе активно реализуется комплекс мер для создания благоприятных условий по развитию IT-сферы. Инновационные компании сегодня тесно сотрудничают с университетами, принимая на практику самых талантливых студентов с перспективой последующего трудоустройства. В нашей компании и вообще в других компаниях студенты получают практически, во-первых, опыт, да, и те основы, которые они получают в университете, они уже их как бы дотачивают для того, чтобы уже делать реальные проекты. Сегодня множество IT-компаний успешно функционируют на территории региона. Проекты, сделанные нашими специалистами, высоко оцениваются на международном уровне. Деятельность компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения за последний год, увеличила объем налоговых поступлений в областной бюджет в 1,5 раза. Благодаря тому, что руководство Ульяновской области помогает нам, снижает налоги, различные льготы, нам удалось на свободные средства улучшать офис, нам удалось организовать курсы, нам удалось организовать большое мероприятие рефтехнологии, которое будет проводиться в сентябре, каждый год проводится, и в целом улучшить состояние на рынке, привлекать новые кадры и так далее. Сегодня IT-компании заинтересованы в молодых и талантливых кадрах. Для этого в городе постоянно проводятся профильные фестивали, открытые уроки, лекции и соревнования. А привлекают молодых специалистов не только хорошими зарплатами и возможностью карьерного роста, но и комфортной рабочей обстановкой. Во многих фирмах предусмотрены столовые, кухни, игровые зоны. Словом, все, что способствует благоприятному внерабочему времяпрепровождению. Кристина Жако, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.